Салют, народ, с вами я, Смейл, и добро пожаловать на Покемон Лаки Битву вместе с Кабанчиком. Кабанчик! Всем привет, ребята! В предыдущей битве, ребята, Кабанчик меня уделал 5-0. Если вы не видели этот видос, то обязательно посмотрите. А на меня кто-то сейчас напал, и я, конечно же... Нет, я не могу убежать, и сразу начнется битва, окей. 10-го левела, походу, мой покемон сейчас проиграет. А, нет, все, я убежал. Ребята, вам очень нравятся покемоны на канале, и это просто офигенно. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь, если хотите больше видосов. Я вообще планирую выпускать видосы каждый день. Чё, Кабанчик? На меня напал этот крысюк. А, ну давай, давай, сделай его. Он 10-й левел как убежал, раз. Я убежал, всё нормально. Но кабанчики всегда убегают. Окей, так, у нас здесь что-то, какое-то послание в столе есть. Так, окей, давай сейчас посмотрю. Книга секретов. Кабанчик, ты эту книгу написал? Нет, я купил стол и даже не смотрел, что там. А, ничего себе, хорошо, давай сейчас открою ее. Кто не поставит лайк и не подпишется, у того не будет каникул. Кабанчик, это точно твои пранки, это ты написал. Нет, в смысле? Нет. Да, ребята, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если хотите больше видосов. И напишите, пожалуйста, в комментариях сейчас, с кем вы хотите покемон Лаки ПВП. Напишите ютубера, и я постараюсь с ним записать. Окей, давайте, у меня есть 40 покемон Лаки блоков, а ты давай, Кабанчик, куда-нибудь подальше отходи. Он меня достал. Ладно, все, хорошо, я бегу. Вау, нифига себе, здесь сколько... Рейд на Торнадос был замечен в Плейнс биоме. Да, вот, смотри. Да, это легендарка. Окей. Это легендарка, очень крутая, кстати, легендарка. Ой, ладно, все. Это понятно, что легендарка, но нам нужно собрать свой стак покемонов. Да, давай. Нифига себе. Мне команда R заспавнилась, но у нас хорошо стоит PC Full. О, кабан. Иди сюда, кабан. Иду. Кабан, быстрей. Бегу. У меня твоя девушка заспавнилась. Здорово, ты что здесь делаешь? Так, ладно, хорошо, нужно открыть следующий локи-блок сном. Нифига себе, прикольный покемон. Блин, на самом деле нужно всех покемонов выучить, чтобы знать, кого брать. Так. А, ну ладно, хорошо. Так, давайте сейчас опять сном. Слушай, Кабанчик, мне какие-то покемоны выпадают непонятно странные. Сном 40-го левела, что же он делает? Посмотри в чате. Получил... Нифига себе, ты легендарку? Легендарку выбил, да. Да, Кабанчик, это на самом деле нечестно. Ты по-любому как-то его считерил. Нет, в смысле, почему ты так думаешь? Ну, я не знаю, вот так вот просто. Тебе постоянно падают легендарки, а я хожу с покемонами 10-го левела. Так, я не могу убежать. Меня зигзагун дебафает и все. Ладно, давайте я сейчас... Хопа! Это, ребята, вся моя удача. Вы, пожалуйста, поставьте лайкосик сейчас и подпишитесь. Надеюсь, что с помощью ваших лайков зарядится, ребята, удача на покемон Лаки Блок. И мне будут выпадать классные покемоны. Да. Я даже не знаю, кто... Да, Синдаквилл? 14 у меня левла. Пока два покемона у меня. У тебя два покемона, и это уже на самом деле что-то. У меня ноль. Ну, только мой тут отдайл, в принципе. Да этот что такое дефолтный. Нападают все на меня? Так ты, в принципе, сейчас со своим легендарным покемоном можешь всех победить. Ну да, но зачем это надо? Ладно, свалот, окей. Опа, мастербол, ловится, все супер. Так. О, легендарного покемона. Что? А, это я? Это легендарка? Да. Это легендарка, походу, ничего да. Ничего себе, окей. Давайте я сейчас открою ну, кстати, вот этот вот лук тоже можно обязательно поймать. Ага, давайте, хоп. А у тебя сколько покемонов уже? Два, я просто открываю, потом поймаю тех, кто мне больше нравится. Нифига себе, у тебя там муравей заспавнился, Кабанчик. 51-го левла, араквонит. Ничего себе, он вообще большой. Ну, выглядит прикольно. Выглядит он так устрашающе. О, смотри, кто тебе выпал. Или он просто заспавнился. Не, выпал. Я его поэтому пока не оставил, да. Драгонайт? Ладно, тогда я его поймаю. Нет, ушел. Так, ладно, окей, Кабанчик. 30 лаки-блоков у меня осталось. Давайте я сейчас... У меня 4 лаки-блока осталось. 4? То есть ты уже... Да. Нифига себе. Так, мне нужен покемон атакующего типа. Атакер, кто будет очень сильно всех выносить. Так, давайте я убегу сейчас. Мне, в принципе, со Снаблом драка точно не нужна. Барбаракл. Так, ребята, в принципе, покемон выглядит прикольно. Давайте я сейчас рядом с ним пооткрываю еще лаки-блоки. Надеюсь, что выпадет что-то прикольное. Ну, на самом деле, мне прям какие-то ультра
Утро маленькие покемоны падают, просто посмотрите. Ну, вот мне тоже что-то такое. Так, Барбаракл, оставайся здесь. Не, ну у тебя там неплохие покемоны заспавнились. А у меня осталось 22 лыки-блока и все, представляешь? И почти покемонов нормальных нет. Это печально, это очень печально. Мне выпал самый редкий покемон. Самый редкий? Да, это самый редкий покемон. Ребята, вы сейчас видите на экране, действительно... Если я поймаю этого покемона, кабанчик просто... А что, как его зовут? 0.5 отлетит. А этот покемон без названия, знаешь? На него можно посмотреть и можно понять, что это самый редкий покемон. Так, окей. Давайте я сейчас... Хопа! Вулкарона. Это I know what is it. И давайте я сейчас покеболом поймаю с помощью мастербола этого покемона. И как раз-таки у меня прокачается чуть Тотодайл. Как хорошо то, что здесь постоянно не спавнятся покемоны 70-го левела. Значит, у нас сегодня будет обязательно прикольная и равная битва. Смотри, босс сверху летит, зеленый, редкий. Ой. Фингал. Кто, где? Почти как Фингал. А чё, кстати, у тебя там лаки-блоки уже закончились? А, да, закончились. Я сейчас ищу из того, из тех, кого я выбил, я хочу себе еще одного покемончика. Да, это, конечно, очень классно. Так, Свалот. Пока по Свалот пока сделай свали, а мы... Так, окей. Окей, кабанчик. Мне выпала очень жесткая моя сигнатурная. Самый сильный покемон это будет 100%. Ой, еще одна легенда. Ай, походу... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, это будет секретом, я пока не буду показывать тебе своего самого жесткого покемона. Меня это напрягает. А сколько покемонов тебе осталось поймать? Мне одного, вот я не могу найти, они все куда-то убежали. Так. А, блин, постоянно на меня нападают. Хватит. Давайте я вот так вот поставлю, чтобы не повалить своего покемона. Ищу своих покемонов, но они все убежали. Ага, все понятно. Я дооткрываю быстренько лаки-блоки, и я уже очень сильно хочу с тобой сразиться. Ты бы знал, как сильно. Ну, вот мне что-то не нравится твоя уверенность. Ну, я на самом деле, да, очень уверен. Последний лаки-блок, и смотрите, Гафитель. Блин, а кого я там хотел поймать? Во-во-во, давайте поймаем Барбаракла. Или, в принципе, можно поймать... Так, Магмара или нет? Кого же можно поймать? Или поймать Лилиганта? Ладно, Гафитель, давай, ловись. Опа, блин. А, она находится в бою, я не могу ее поймать. Я ждать не хочу, поэтому я пойду поймаю вот этого вот рукастого чувака. У него даже на голове рука, представляешь? Ой-ой-ой, на голове даже? Это вот этого? Не-не, все, я его поймал, ты его больше не увидишь. Кабанчик, готов к файту? Давай, кидай своего покемона. Да подожди, ты на меня снова напал. Окей, давай, кидай своего Чармандера, и я сейчас посмотрю, в принципе, за сколько ударов я его вынесу. Наверное, за 1/10 удара. Давай, кидай. Давай. Ага, Чармандер, а я кидаю Сволота. Так, давайте посмотрим. Сволот. Так, ну я думаю, я тебя... Отравлю так по приколу, знаете, не буду его бить, но может быть, кстати, ядовитым газом я тебя ваншотну, но это не факт. Так, ожидание, Чармандер был отравлен, окей. Чармандер повредился от тяжелого отравления. Ой-ой-ой. А на сколько хп? На 2 хп, на 2 хп. Ага. Ладно, хорошо, давай я сейчас поменяю покемона. Так. Да, о! Ну почему? Так. Все, хорошо. Так, а интересно, какие здесь атакующие? О, лезвие ночи. А, ну вот этот вот лазер. Я, кстати, не знаю, зачем я его сейчас тачу, но по приколу я тебя лазером самым своим мощным ваншотну. Кабанчик, как тебе? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Больно. Да, это больно, это 5-0, кабанчик. Вот это реванш, ребята, вот это... В прошлом видосе кабанчик меня без шансов просто уделал. Я сейчас, в принципе, мщу ему. Так, давайте я еще раз тебя ударю вот так вот. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, 10%. Кстати, неплохо ты удары выдерживаешь, это прикольно. Ну, это хорошо, но они мне не помогают. Окей, давай я добью тебя легкой какой-нибудь атакой. Так, Некрозма перезаряжается. Ты телепортацию использовал? В смысле, так, куда ты тэпнулся? Да, а вот. Попробуем-ка...
Вот так вот. Ага. А, ты спрятал его? Окей, давай, давай, попробуем. 70-го левела покемон. Окей, давай я сейчас призматическим лазером также тебя... А, ну ладно. Прикольный покемон у тебя был, на самом деле. Ничего прикольного я в этом не вижу. Тут даже никаких приколов можно не делать. Можно не отравлять тебя, можно играть без всяких таких других штук. Просто использовать атаку и каждого, в принципе, твоего покемона ваншотну. Так и было в прошлой серии, кабанчик. Ты одним покемоном просто всех моих покемонов ваншотнул. Да я понял уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А Драгонайт, ну он тоже с одного удара улетит. Чё там, чё там, кабанчик, чё с лицом? Да, всё замечательно. Ну это хорошо на самом деле, что всё замечательно. Магмар, слушай, ладно, окей. Я сейчас хочу убрать своего покемона. Так. Давайте. Ну ты там слишком долго выбираешь атаки, на самом деле. Нет, нет, это наоборот у меня ожидание пишет. А, ожидание, всё, окей. Да. Давайте я вот этот вот лук выпущу. А? Луковичок. Что это такое? Так, окей. Тоже восьмого. Давай, ожидаю. Интересно. Ожидание, тоже ожидание. Ой. Ну, неплохо. Ну, в принципе, у тебя покемон огненного, да, типа? Да, 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 да. И ты, мне кажется, меня должен убивать. Оп, ну нет, кстати, за три удара. Ой-ой-ой. А, ну, кстати, я по тебе очень хорошо ударил. Ты очень хорошо, прям... Это получается, таким... ты сейчас уже... Это не в сухую, понял? Вот и все. Слушай, кабанчик, ты в прошлой серии никаких других покемонов не представлял. Ты с одного покемона меня всех вынес, а я что-то интересное, знаешь, делаю, даю тебе шанс. Ну, а я шансы не даю, я не прощаю. Так, окей. Я за какую-то интересную битву Вулкарону я выпускаю, сейчас, в принципе, можно тебя... Давай я использую жужжание. Чуть-чуть пожужжу тебе на ушко. Ой-ой-ой. Ой, ну-ка давай, паучок, разберись. Ага. Давай. А, ты того паука взял? Угу. Точнее, это муравей, это не паук. Да ничего страшного, одно и то же. Так, давай я тебя тепловой волной сейчас ударю. Ой, неплохо. Ой-ой-ой, больно, почти 20%, кабанчик. Больно. Ой, а я тебе вообще ничего, почти. Окей. Так, жужжание. Давай я посмотрим. Не ту атаку выбрал. Ой, а жужжание, слушай, жужжание. Очень сильно по тебе да, бьет. Да, 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 да. Офигеть, окей. Водный тип. Это водный покемон? Ну, в принципе, видно по капле на его голове, типа. Все. О, я захилился. Захилился, что-то там использовал. Вампиризм какой-то? Да, что-то такое. Окей. А. Нет. Почему я тебя не ваншотаю? Ой, 19%. О, хорошо. О, ты захилился. Хорошо, хорошо. Так, давайте еще раз жужжание. Нет. О-о-о-о! Хорошо. Ну, слушай, так. Ты сейчас захилишься ненамного, потому что у меня было мало хп. Так, давай я сейчас... Барбаракла возьму. Вот барбараклом я тебя ваншотну. Ну, 20 хп, так у меня 20 хп, конечно, ваншотнешь. Так, когти ярости давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, да ну... Ой-ой-ой. Да, да, да. Давай. А, все что ли, твои покемоны закончились? Да, да. Вот это да. Кабанчик, ты, конечно, молодец. Вот это, ну, кабанчик, ты молодец. 3-2, 3-2 вообще-то. 3-2, я бы тебя 5-0 мог выиграть. Ну, ты мог, но... Смотри, какой он. А кто это такой? Я вообще... Это Некрозма. Я знаю то, что ребята, которые пишут комментарии и говорят то, что... Опа, нужно вам чуть разобраться в покемонах, по-любому знают, что это за покемон. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень жесткий покемон, он мне не нравится. Да, он выглядит еще вообще очень эффектно и прикольно. Вот это да. Вот это покемончик на самом деле. Так, я думаю, стоит закончить видос. Ребята, вот такой вот реванш был у нас сегодня с кабанчиком. Я победил 5-0. Нет, 3-2. Ладно, 3-2 я победил, но это все потому, что я кабанчику чуть-чуть поддался. Обязательно, ребята, ставьте лайки на это видео, если вы хотите больше видосов. Пишите в комментариях, с кем вы хотите, чтобы я сразился в Покемон Лаки битве. А также не забывайте подписываться на канал, и кабанчик меня бьет. Кабанчик, че бьешь? Заслужил, щелбан. Да? Шишку. Окей, давай шишку. Опа. Всем пока, ребят.